Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня с вами на обозрении новая игра Ultimate Zombie Defense. Пока я с вами, ну, эта игра получается изометрическая, это сверху, по сути Tower Defense. Игра кооперативная, можно играть в коопе. Так, все у нас. Играть в одиночку офлайн, посмотреть серверы, хост игры, можно видеть. У нас, по сути, это типа рогалика. Видите, у нас есть прокачки. Можно прокачивать персонажа, играть за лжеца, за медика, специалиста и за инженера. Нужно отбиваться будет от волн зомби. Давайте попробуем пока сыграть одного. Не предлагал друзьям, пока они еще не купили. Ну, может быть, к выходным купит, может быть, сыграем. Хотя, кстати, в онлайне 46 человек. Можно посмотреть, давайте ретрес сервер посмотрим. Есть, видите, ну, закрытых много, да? 1-4, 1-4. Европа, Азия, Южная Америка. Ну, часть закрытая. Ну, давайте сыграем сначала в одиночку. У нас есть 4, получается, карты. Давайте начнем с моста. Средний, легкий. Давайте сначала с легкого начнем. Давайте. Выбор персонажа. Так. У нас есть медик, медик, специальный снайпер, снайпер и... А давайте... Давайте возьмем, наверное, Дмитрий есть у нас. Давайте Дмитрия возьмем, пробуем. Ради интереса. Так. И начнем игру. Все, смотрите. Мы готовы. Так, у нас снайпа. Типа Перингтона из... У снайпы, видимо, очень хороший урон. Убиваем одним выстрелом. Патрон у нас очень много хватает. Ну, она похожа на Alien Shooter. Типа... На такое все. Ну, единственное, что там больше по местам доходить. Локации проходить, а тут так что зайти, то чтобы открыть магазин. Да, видите, здесь у нас есть ремонт, мы можем ставить, у нас $1500, мы можем ставить различные турельки, заграждения, то есть делать, огораживать свою базу, так скажем. Давайте так сделаем и зайдем теперь в магазин. В магазине можно с вами покупать, видите, смотрите, можно улучшить снайпу. А, дробовик, ДМРка, СКАР есть, ЛМГ, автоматический дробовик основной. Специальный огнемет, РБГ, гранатомет, миниган. Прикольно так. Пистолет, пистолет, дигл есть. И оборудование есть, фонарик, лазер, ночное видение. И бронежилет можно купить. Покупку. Давайте купим бронежилет. Так, нажмите на что приготовить. Ой, извиняюсь, нечаянно за это. Все, здесь волны, и нам в волнах нужно выживать. У нас на пистолете бесконечные патроны, так, смена оружия есть, выглядит неплохо. Ага, они уже пошустрее стали. Они её чусом... Ничего себе они... А, нет, я думал, они её смели. Так, он убивается, в принципе, первой волны очень легко. Возможно... Хэдшотов, так понимаю, тут нет в игре. Так, бегать быстрее мы не можем немножко. А вы что, друзья, там стали? Ой. Зарядка. Так, у нас тут патрон. Отлично. Так, у нас 5000. Так, сами мы не коцаемся. Понятно, только замедляемся. Давайте поставим что-нибудь еще ради интереса. Пока видите, всего 4 карты. Бетонная преграда. Так сделаем. А это что у нас? Барьер. А, это эти. Хэска фугаса есть. Есть взрывающаяся бочка. Ого. Напряжением прожектора есть. Что прожектора делать, интересно? Давайте прожектора поставим. Так. У нас можно починкой заниматься. И что-то можно продавать. И у нас есть, как видите, оборудование с вами. Давайте, а 1500 на улучшение. Ну, тогда все, мы готовы. 18. Зомби становится сильнее.
опасайтесь специально инфицированных. Ого. Ничего себе. Он разлетается хорошо. Ну, снайпером не очень сложно играть, если целиться хорошо. Кстати, похож на этот Last of Us, мне кажется. Которые крикуны там были. Ну, видимо, это очень легкие пока войны. Волны вообще ни о чем. И идут пока, видите, только сверху. Так, а давайте мы еще чуть-чуть улучшим. Бетонная, армированная, рождение проволочной. Баррикады, ворота военного значения. Слушайте, это неплохо. Можно здесь ворота забахать. Вот это, кстати, интересно. Бетонная преграда, ограждение из проволочной сетки. Блин, я, конечно, могу улучшить снайпу, ну ладно, давайте ради интереса сделаем, пока есть возможность. Мы на легком уровне играем. Так, сейчас, погодите, отойду. О, смотрите, у нас как уже красиво получается. Слушайте, неплохо, неплохо. Так, и поставим, давайте, пару бочек. На всякий случай. Посмотрим, сможем ли мы стрелять сами через это все дело. Ну-ка. Да, стрелять можем. У нас есть забор. А мы не можем через этот забор пройти сами? Так, на Е фонарик. А, смотрите, видите, в чем плюс? А, что они агрятся, видите, на фонарик. А я не могу свою бочку стрельнуть? А, могу. Я потестил просто бочку. Почему я сам выйти не могу за ворота? Мне очень интересно. А, вот, все понял. Ну, двойное убийство. Так. Надо нам ремонт сделать. Нас немаленечко починить все. Ага. Так, у нас есть время до следующей волны. Есть фугасы. Давайте поставим. Ради интереса посмотрим. Прожектором поставил. Ящик с патронами. Вот эта штука нам очень нужна. Еще видите, у нас потом пойдут лазерные. Ух, 15. Сколько башни терминатора? 66 тысяч. Не, ну дать это можно, в принципе. Забор из проволочной сетки под напряжением. Видите, тоже хорошая штука. Видимо, на пол ставится, я так понял. Ну, я хотел бы, знаете, что сделать? Я хотел бы, честно, прокачать маленечко оружие свои. Давайте улучшим снайпу. А стоимость... Сколько улучшения? Не улучшим. Просто написано... А, это стоимость, все, я понял. Мы можем купить ДМР-ка у нас есть. У нас есть скар. А дробовичок надо брать тоже, 7500 стоит. Фу, пошлите. Давайте закроем. Так. Там есть инфицированные, которые, видите, быстро бегают еще. Кстати, на фугас это наш, я смотреть, однако. Ну, эти легкие, медленные, хорошие. Вообще легкие. Ой-ой. На фугасы на оба наступили. Так, смогу не наступить, мало ли достался. Слушайте, играется неплохо.
На самом деле, что у нас на легком уровне, это легко все происходит. Так, починить все. Ну, вот сейчас, кажется, я и хочу, кстати, сделать. Так. Давайте, во-первых, еще поставим фугасики, они мне понравились. Так, и надо нам вот такую колючку сделать. Опа. Все. Супер. И теперь посмотреть, что у нас есть на П. Пистолет можем, с него еще ни разу не стрелим, ночное видение куплено у нас. Сколько нам надо? 5250. Так. Кстати, дробовик. А дробовик вместо идет или плюсом? Здесь урон. Урон пониже. Улик есть. Скар. Ну, я бы, конечно, дробовик так автоматически взял. Давайте покупим 7500. Волна, один жив. Два шусти, да? Там какой-то баракс какой-то. А вот это уже очень интересно, откуда эти собаки. Ай-яй-яй. Они сейчас там пройдут. А как их убивать? Надо было с всех сторон оккупироваться, да, я так понимаю. Они бессмертные, что ли? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо огражаться с всех сторон было. Вот у меня и конец мой, я так понимаю, пришел. Да, мой конец пришел. До первого босса дошел. Слушайте, блин, ну... 30. Блин, не, прикольно, на самом деле. А давайте посмотрим, серваки, кому не присоединимся. Вот, 34 средний. Давайте. А, как так? А, вот, все, супер. А, вот, все. От кого мне достался? Не достался снайпер. А, они... Волна... Блин, а чё они, кстати, не строятся, ничего не делают? Блин, тут же... Ну ладно, ничего нету. Чё, собаки же эти полезут, вообще жесть будет. Они ещё на среднем уровне играют. Верно, готов. Ну, ревзя, видимо, тут вообще... Так, на лайте пока. Броник надо брать. Это что приготовится? Я тут там вообще застроился. Ну они тут вообще просто... Ой. Так, а как у нас скилсы восстанавливаются, интересно? А, все, я понял. Так, ну пока есть все, так оно с непереборочным видением. Ага, на N. Так. 45 живых. Не, ну четвером-то здесь на самом деле не сложно. Ой, бегаю быстро. Сони, не умирай, дружище. Тут убивает всех. Ну сейчас мы дойдем. Да они еще что-то ничего не строят, самое интересное. Ну, все начали обходить маленько народ. Они поняли, что уже не так-то просто все. Потому что музыка прикольная. Там такой рок. Ну, они, кстати, не убивают с первого раза, смотрите, что. Прикольно, кстати, да, саунд хороший.
прям такой забористый. Victory. Так, на чем мы копим? Мы копим на автоматический дробовик 7500. Раз уж. Почему они ничего не хотят построить, мне интересно. Давайте что-нибудь построим здесь. Не, а я не успел бочку воткнуть. О, босс. А, они умирают все-таки. Смотрите, собакина. Или нет, это... А, это просто... Блин, а мне сразу босс попался. Как так-то? Нормально. Не дали мне построить. А вот сейчас я хочу поставить бочку. Ой. На Б. Хотя смысл? Они ничего не делают? Ой. Ящик с патронами не ставится, интересно. У минус снайпера, что... Ой, я смотрю, какие-то бегуны уже. Какие-то с бензопилами. Последний в живых. Отлично, я теперь смогу купить себе автоматический дробовичок. Конечно, принять. Погодите, а как так-то? Я-то думал, я вместо... А я не могу... Погодите, а как так? Я-то думал, что я этот... Демерк. Ничего себе, он уплевывает. Ну, со снайпой было проще. Сейчас скажу. Что-то как-то тут... Ой-ой-ой, меня тут засосало. Я был присасан нормальными, однако. Я пока с своим дробовичком все мне резнуло. Спаун, отлично. Слушайте, ну дробовик, он выплевывает жестко как-то прям. Все. Что произошло? Что я стою? Что мне с пингом? Алло. Ну, можно снайпу прокачать, на самом деле, я понял, что. О, уже сичем есть, чуваки. Ай, подлагивает мальца, видите. Да я буду лучше снайпу качать. Мне как раз вот. Ой. Так, сейчас. ДМРК. Улучшить. Улучшить. Отлично, 7500 мне осталось всего лишь. Давайте дальше. 3500 осталось. Вот что не застраивается. Ох ты, какой-то лорд. Вон он, смотрите. А чё у меня... А и сзади, а вот сейчас будет нам пипец, по-моему. Ой-ой-ой-ой, где я? А, я это... Ладно, ребята добьют, да? А, еще три. Для первого раза, конечно, я... Не, со снайпы неплохо, но со снайпы минус то, что патрон мало. О-о-о. Разбавиться вот людей. Тут надо пулемет или автомат какой-то. Но они не застраиваются зря. Могли бы застроиться, на самом деле.
потому что застройка все-таки нужна. Что они у нас просто? Вот отключился. Ну, как скажете, я, конечно, не знаю, это странно, конечно. А мне надо купить, погодите, фабрик оборудования. Каброник. Трон у меня вроде все ок. Он кто-то другой, да, подключился к нам. Или он же. Мне почему-то 142 МС. А мы где играем-то, кстати? На каком этом-то? А я нажал на это. Я, блядь, вместе застраивался. Не знаю, что они застраиваются. Конечно, все хорошо, что они такие молодцы. Ну, выстаиваться тоже надо. Макс, кстати, тут и сделал пушку, видите? Одумался. 10 тысяч. Я качаю еще тогда снайпу. На самом деле лучше можно мэрку взять, у него меньше урона, у него выстрелы, буду хотя бы стрелять побыстрее. Ну ладно, пока давайте так. О, у меня уже синенькая она. Они, видите, кто-то застраивает ее. Да я бы сейчас, честно, здесь бы застроил бы все. Потому что здесь тоже вообще ничего нету. Во. И ломают. Так, у меня 7 патронов. Так, давай останемся с этим тогда. Раз, два, два. Ух, ё-моё, они прошибают, как нифиг делать. Надо забор ставить. Ай, больно было. Блин, они туда... Ай-яй-яй, меня опять засосало. А как они так... Они так точно засасывают? Я вообще какой-то... Я два грэппл-хука пережил, если что. Так, 6 тысяч. Блин, ну они ломают, дико ломают, конечно, стены эти. Давайте сделаем так, пробуем. Только не вот так, вот так. Так. Ворота. Давайте так пробуем. Что, конечно, дико они ломают все. А что там за пушки есть? А, ладно, уже все. Так, ящик с патронами попозже, наверное, сделаем. Пиздец, они, конечно, ломают все. Ну хотя бы отрабатывают пушки, в этом плюс. Ай-яй-яй. Да они замучены присасывать, аж я прям тянет к ним. Нормально, мы держим, держим. Давайте все починим. Поставим заново сеточку. Не, вот это вообще нормально работает тема. Давайте еще какой-нибудь натуралет не устану. Чупоник. Я не знаю, куда она будет смотреть. Единственное, она будет... А, все, я понял. Оу! Друзья, готовьте бартоны. Ща папа вам накидает.
Так, а интересно, пополнить можно в этом ящике? Отлично. Вот это очень приятно. Смотрите, как-то взаимодействие сделано непонятно. Нормально. Пошла работа. Хорош ломать мои стены. Я их возводил. Деньги тратил. Перегрелись мы. Так, хорош. Но он медленно убивает, конечно. Так. Что у нас здесь? Давайте починим все. Ребятам поможем. Давайте пару фугасов поставим сюда. Тоже тема. Караульный пост. А вот как его развернуть? У него охват, видите, зона охвата в ту сторону. Мне надо, чтобы он развернулся. А вот вращать на R. Так, все. Так, я готов. Единственное, что я хотел бы, конечно, в идеале прокачать снайпу до 4 уровня. 10 тысяч надо. Блин, что этот сейчас будет, да? Да, вот этот баккер. А собаки эти вообще какие-то дикие, они постоянно лезут. А, ну мальчишки там его сейчас убьют. Будем стоять по нему чуть-чуть. Килл, босс. Я босс убил. Хорошо. Линья. Что, нормально? Не, ну на среднем не сложно. Ничего себе тут ничего себе мальчишку усеял. Чинить нечего. Все, купим 10 тысяч тогда. Давай нажимаем Enter. Не, в пати интереснее. Потому что одному, когда на тебя вся агрится, конечно. Место, стойте, пойдите. Может, я успею поставить? Ой. Так, заборчик вот сюда воткнуть. Все, огонь. Так, нам осталось чутка снайпу прокачать до конца. Стреляет быстрее намного. Там они разлетаются сейчас, конечно. Вообще там, понял, не доходят они. Потому что там не столько взорвалось, просто вообще. Туда можно просто стрелять куда-нибудь мясо. Ой, разорвало забор наш. Так, давайте останавливать все. Так, 6000 починка. Не, ребята, я чинить все не буду. Я, пожалуй, забор поставлю, как было. Так, и сейчас теперь я прокачаю пушечку свою до максимума. Огонь, у меня фиолетовая снайпа. Осталось прокачать пистолетик. Так, и давайте натыкаем сюда. Хватит? Так вот, вот отлично. Ой. А сколько же интересно было это всего? Ой, быстро меняет. Теперь у меня он вообще огонь. Надо терминатор поставить. Не, ну снайпа вообще. Вот сейчас снайпа вообще качественная, нормально. Ой. Ничего себе тут ад. А ног прошивает, соответственно, снайпа нет. Они тоже забор хорошо ломают, на самом деле. Очень хорошо забор ломают они. А, они сломали эту. Ни
этот город прошили. Так, надо нам, во-первых, купить этот, нам сломали бронь. Так, и надо нам все восстанавливать, нам тут что-то вообще прошвигашили. И забор не нужен, в принципе, можно так поставить. В своей части я переремонтируюсь. И надо сделать вот так вот, наверное. Хватит, не хватит. Давайте пробуем, что будет так сделать. Я такой еще не пробовал. Забор. Да, уронил. Ой, стеофильтр. Извиняюсь, стеофильтр уронился. А что, ребятушки, не хотят стартовать? Что, кредит 15 тысяч? Да не, можно на самом деле уже копить до максималочки. Так. О, неплохо, надо смотреть, тормозит их. Хорошая штука. Там вообще огонь тормозит, смотрите как. Надо ее прям по максимуму нахуй фармить. Прям не, хорошо, хорошо вообще. Victory. Прям, да, четкая штука. Так, залочим обратно. И сделаем еще пару этих решеточек. Они, она прям тормозит хорошо. Ой, сделал криво. Ну да ладно, и давайте еще свет поставим. Чтобы они агрились. Нам еще надо такой забор сделать. 10500 стоит. Еще неплохо. Так, а что у нас? Так, давайте. Так, я готов, я все трачу. Чувак копит у нас 23 тысячи. Ну, пускай копит. Что у нас по потрошкам? Есть, можно взять. О, 300, отлично. Я просто могу стрелять вниз и все, и это нормально. У меня улетает все туда вот. Как они хорошо тормозят за этой штукой. Они, конечно, ее разбивают хорошо, но знатно. Ну, держит она прям опасно. Ай-яй. Кучности быстро, смотрите, сбавляют. 10 чувачков я отбил. Сейчас забор сломать. Ой, забор сломали. Нельзя взаимодействовать. А, вот. Так. Во-первых, надо... Неплохо, неплохо. Идем. Так, и билдинг. И надо восстановить нам парочку еще этих штучек. Все. И ремонт. И все, здесь заремонтировано. Так. Я бы поставил вот этих, честно, парочку еще сюда. Хисов. Тут не одно. Стройка века. Чем?
все готовы? 29, чувак, наверное, хочет эту за 66 поставить тысяч, которая. Сколько там, 66 тысяч, сколько стоит. А у нас что, кстати, у нас больше там качать-то? Мы можем, конечно, вот, типа РПГ взять, гранатомет. Гранатомет прикольный. ТТМ-29, по-моему, да, он. Огнемет есть. Дингл. Урона побольше. Фонарик, лазер. А лазер на юг, наверное. Давайте посмотрим. Хеппи. Клёвый какой-то у нас тут. Ой-ой-ой. Ох. Ничего себе, мужик. Ничего себе. Он что, здесь всё поломает. И берсеркер какой-то там у нас ещё есть. Пипец. А мы сможем настроить? Так, кровью в хвост вернусь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух, там еще один толстый, смотрите, какой. Давай, умирай, клоун. Так. Ой-ой-ой, меня. Блин, меня убили, зараза. 5 метров, черт засосал. Почему меня засасывает каждый раз? О, чё, все? Да ладно, серьезно? Слушайте, блин. Выжить в течение 20 раундов. Что за ачивки? А, ачивки, это понял. 1000 зомби. Убейте лорд Соупекс. Time well spent. Unlock все ачивки. Play on all maps. Ну мы сейчас, да, мы сейчас играем на этом. Да, здесь можно прокачиваться. У нас, смотрите, 2 очка есть. 10% боссом. Огнеметом. Блин, ну мне огнеметы зачем? Я специалистом огнеметы. Скорострельность. Здоровье. Давайте разблокировать. 20% можем сделать. Давайте вот эту, потому что надо еще вниз пойти, на самом деле. Вот так. То есть распремещение, взрывчатое оружие. Ну, скорострельность надо на снайпу однозначно будет сделать. Это прям вот медик. Слушайте, медик прикольно, кстати, тоже. Тяжеловес может патроны давать, да? Нет? Перезарядка, инженер. Дробовики, инженер, дробовиками. Караул, ага, понял. Слушайте, вот такая игра. Я думаю, что, в принципе, смотрите, 42 человека. Ну вот, есть, да, 1-2 лобби есть, торговый центр. Ну давайте зайдем, кстати. Вот, кстати, этот... Да, Грант, чувак, который... Выбор персонажа. Да, я еще раз за Дмитрия сыграю. Я готов. У него 7-й инженер, кстати. Мой ребенок ездил туда на каникулы. Джей прошло уже больше года. Он купил мне дорогущие часы у ювелира, и они развалились на части. Но я не скучаю по этим славным денечкам. Только взгляните. Чертов город призрак в любом случае. Кому нравится торчать в очередях. Берлин, Германия. Ну они, короче, они коридорные все. Мы два же сыграли на мосту с вами. Чё, пишу мне уго. Пост покинул сервер. Понял. Европа, легкий мост. Да вот, блин. Неинтересно. 24-31 волна у людей. На легком. На легком, не так. Все-таки хочется на
среднем. Ну, немножечко простовато, конечно. Немножко есть такое. Дерево навыков. Не секрет. 500. 1%. То есть это каждый сотый удар. Налички больше. Пробивание. Точность. Перезарядка. Скорострельность. ХП. Перемещение. Что умеет у нас? Урон. 10 здоровья. Начисляет патент убитым другими игроками. Перезарядка быстрее. Ну, тут, короче, смотрите, тут чисто под себя все. Кроме вот у него есть новое здание какое-то, которое только вот помогает. Патронов больше. Спецоружие, пистолеты. Основное оружие. Инженеры. Дробовики. Караул. Ну, видите, башня, кстати, электросеть. Вот, кстати, вот он неплох. В плане, с точки зрения застройки, с ним реально хорошо. У него дешевле все будет. Во. Не, нормально. Давайте еще раз глянем. Ну, легкий мост не хочу идти, честно. Тут, видите, все закрыто, зараза. Чего нет? Чего не закрывают? Три из четырех, три из четырех. Ну, присоединить. По своим стрелять нельзя, в принципе. В целом неплохо. Возвращать не буду. Можно будет там поиграть. По крайней мере, я снял для вас видосик. Покачаю немножечко, в принципе, снайпера покачаем, да, специалиста. Можно будет неплохие у него, если, в принципе, нормально его вкачать. Прям такой неплохой будет убивашка. Ну, единственное, что все равно, как бы, здесь, наверное, лучше с каких-то таких... Вот инженер хорош. Если инженером застроить всю карту турельками, там все турели будут себе делать, и, в принципе, ничего не надо делать. Дробовик неплохо, но дробовик, видите, стреляет, выплевывает вообще просто жестко все. Ну, мост легкий, нет смысла идти. Какой смысл легкий? Надо брать средний, тоже мост. Ну что, дорогие друзья, если вам понравилась игра и понравился видосик, ставьте лайк, покупайте. Игра сейчас стоит, по-моему, 105 рублей в Steam на распродаже до 8 июля. Поэтому смело успеете купить, поиграть тоже, может быть. Вместе с вами соберемся, кто-нибудь напишет, с удовольствием большим поиграем. Что, в принципе, в пати вчетвером, если играть на интерес с голосом, наверное, можно пройти на максимум. Даже давайте здесь таблицу лидеров откроем. Видите, 101... Ух, ничего себе, 101 волна. Офигеть. Мост. Ну тут китайцы, что творят? Волна, что волна достигнута? Это возможно вообще, нет? 579 тысяч? Да бросьте, не верю, это какие-то, мне кажется, читеры. И он на 13804 месте на мосту. В карнавале еще не был. Пригород, торговый центр. Эксперт. Ну как это можно сделать? Это, видимо, не знаю, чем-то пользуется. Не Unreal-то. Ну, короче, можно поиграть. Неплохо. Да, серверов мало. Можно сделать самому хоста, я думаю, кто-то присоединится. Потому что, смотрите, 5, 8, 11, 14, 17 игроков. Хотя онлайн 41. Народ, видимо, ждет. Скорее всего, возможно, чтобы поиграть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.